партнер рубрики «Завод металлокровли» «Промсталькомплект». Изготовление профнастила и металлочерепицы по размерам заказчика за один день. Добрый день. Почти половина всей коммерческой недвижимости, которую сдают в аренду в Перми, приходится на офисы. В июне за один квадратный метр арендодатели просили в среднем 581 рубль. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 7%, а с прошлым годом почти на 14%. Наибольшее падение за месяц произошло в Свердловском районе 9%. Здесь ставка близка к средней по Перми. Самая низкая стоимость аренды в индустриальном районе 420 рублей. В Мотовилихе средняя ставка на конец июня составляла 500 рублей за квадрат. В Дзержинском 560, а в Ленинском 678. Больше всего офисных площадей, а именно четверть, приходится на дешевый сегмент от 350 до 500 рублей за квадратный метр. Минимальная арендная ставка зафиксирована на помещение в индустриальном районе по адресу Леонова, 63А, 217 рублей за квадратный метр. Максимальная на офис в Ленинском районе по адресу Екатерининская, 96, 1197 рублей 60 копеек за квадратный метр. Это были правила денег.